Мур, привет, друг, это Зверько, и обзор обновления 1.5.50. Погнали! 23 января выйдет скин на Линго, Космогард, стоимостью в 749 алмазов. 26 января выйдет скин на Хильду, Бас Крейс. Вот это у меня Perfect English. Он также будет стоить 749 алмазов. 25 января вновь будет доступен скин Харита Эвос Легендс за 899 алмазов. На первые два скина скидка 30% в первую неделю, на Харита не знаю. На тестовые выкатили клевого стрелка Беатрис. Если еще не смотрел мой обзор по навыкам, то заходи и смотри, он был буквально вчера. Изменения героев. На основной сервер всем пришло письмо, что у Алдоса теперь первый навык целится не на персонажа, а на место. И главное, бугурта никакого нет, это же мощный нерв. Теперь любой персонаж со вспышкой или прыжком в навыках может отпрыгнуть от удара Алдоса во время анимации, когда Алдос подпрыгивает. И порой можно даже увернуться прыжком, пробегая по краю действия навыка. Такой нерв, его геймплейные особенности реально раздражает. Чтобы отбалансить Алдоса, можно было бы ослабить щит второго навыка. Такое изменение понизит выживаемость Алдоса, но сохранит звание стеклянной пушки, которая бьет мощно, но очень хрупко. Но вот так лишать его гарантированного удара – это пипец. И главное, это не на тестовом, а уже на основном сервере. Ну ладно, давай дальше. Грейнджер. После череды нерфов разработчики решили немного усилить его базовый выстрел. В пассивке базовой атаки добавили 30 единиц. Барт. Разрабы также решили восстановить его после нерфов. Атрибуты. Базовая физическая защита была увеличена до 20, а прирост физической защиты тоже немного увеличили. Кармила. Ранее переведенная полностью на ближний бой получает баф. Первый навык. Увеличили стартовое исцеление от навыка. Было 50-150, будет 75-150. Магический бонус для исцеления тоже увеличили на 10%. Что еще довольно важно, но прописано небольшой строкой. Сместили кнопку описания и выбора отметки на карте. Если честно, правой рукой, конечно, удобнее выбирать. Сократили расстояние обзора для навыков призывателей. Нана – второй навык, Кагура – первый навык, Селена – первый, Деги – первый, Попаликупа – третий навык. Теперь навыки призыва будут иметь обзор на 50% меньше, чем у героев. Вот такие варды теперь у нас. К сожалению, на ботах показать не смогу, они все время подсвечиваются. Потом ощутишь на себе эти изменения. А на этом все. Да, мой друг. Недавно вышел гайд на Пакита и обзор на Беатрис. Посмотри обязательно, и если видео понравится, сделай в подписке колокольчик серым. Удачных боев, друг. Время выйти на площади, пусть знамена в небе полощется. Капитан горцует на лошади, взвод готовься, мол, целься, пли. Время выйти на